Всем привет, с вами Прия. Сегодня опять же побеседуем о мифплюсах и хочу сделать одну интересную вещицу, которая поможет людям заранее определиться в 7.2, какие мифики и с какой целью им фармить. Итак, начнем же. Все вы прекрасно знаете вот эту наикрасивейшую таблицу по мифплюсам, которая показывает нам лут с подземелья, как мы можем это видеть. Ну, разумеется, первый столбик — это сложность подземелья. Второй столбик — это лут, который падает нам с самого подземелья, с тех сундуков, которые мы вскрываем, исключая возможность кованных титанами и закаленных в бою. Далее третий столбик — это то, что мы получаем с сундука в оплоте еженедельно по средам. Далее пишется модификатор в плане того, то, что насколько по сложности увеличиваются эти подземелья, то есть во сколько раз мобы жестче по своему хп и дамагу. Ну и АП, артефакт Power, артефактная сила по-русски, та, которая дается с мифплюсов. Также количество модификаторов и их некая ротация, их надписи, их возможные проки, скажем так. Знаете, я являюсь таким человеком по своей, что ли, не знаю, структуре, не знаю, как бы это так правильно сказать, по своему типу, характеру, что ли, то, что я умею что-то как-то делать в плане таких умных мыслей. Я не считаю себя каким-либо творческим человеком или еще каким-либо, но если я возьмусь за какое-то дело, то я могу его довести до конца и вывести с него максимальный результат, скажем так. И, собственно, у меня есть некая информация по Мифик Плюсам, которую мы обсудили с Алексеем, уже успели, да, чуть-чуть. Я тут написал некоторые свои тестовые темы, то, что я вскрыл сундук на ПТР-версии в 7.2 и получил 890-й шлем с пятого сундука. Да, шмот всегда кованный титанами, и он 890-го эквипа. А вам вообще видно это дело? Ну-ка, давайте-ка мы сделаем вот так. Мы сделаем вот так. И сделаем вот так вот сейчас. Сейчас попробуем что-то придумать с этим. А ничего мы не придумаем, потому что руки-то у меня не из того места растут же, как всегда. Ну, чтобы я что-то сделал качественно? Не, никогда. Так вот, с пятого ключа я получал 890-ю шмотку. Также я получал 481 250 силы артефакта. И третий ключик на указ шары, но это, в принципе, бессмысленно для нас. Ну. И знаете, как я уже сказал ранее, я человек не особо творческий, но прогрессирующий в чем-либо. Сегодня мы будем рисовать. Да, этот процесс будет весьма долгий, но я бы так сказал, весьма продуктивный. Итак, мы берем вот такой вот прямоугольник. Мы, получается, делим его вот так вот. Да, делаем идеально ровную линию. Это гайд по рисованию на самом деле. Так, берем ластик. Вот. Кому не интересно, как я рисую и что получится, можете сразу пролистать к моменту окончания видео. Я думаю, вам так будет намного проще и вы не свое время не потратите, получите максимум из этого просмотра, и я, так сказать, тоже не особо что-либо потеряю. Хотя это, знаете, это надо было делать в Excel, верно? Но я же классный человек, вы меня поймите правильно, да? Ну, хорошо, ладно, я сохраню, пожалуй, свое творчество куда... Нет, я не буду это никуда сохранять. Сейчас мы быстренько, прям вот, отсчитывайте 5 секунд, и я открываю Excel. Вот прямо очень быстро на самом-то деле. Я могу. Вы мне не верите? А я могу. Итак. Ой-ой-ой-ой, что ж все так плохо-то? Нет. На самом деле все очень хорошо, и мы открываем Excel. Да, я справился с этой нелегкой задачей. Даже у нас подписано то, что 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И мы это будем считать за сложностью мифик плюсов. Верно? Верно. Итак,
руководствуясь этой таблицей, я впишу некоторые такие названия, аналогичные тем, которые были в той таблице в подземелье. Маленько расширим эти столбики, они нам еще пригодятся, сделаю так заранее. Далее в оплоте. Ну, процент HP damage, по идее, он останется таким же. Ну, ладно, так сказать, для создания новой таблицы мы это, разумеется, перепишем. По поводу, кстати, силы артефакта, на самом деле пока что еще ничего не понятно, потому что на ПТРе, знаете, дропаются такие фолиантики, которые, наверное, зависят от типа подземелья, и, скорее всего, это, ну, собственно, то, о чем говорили Blizzard, в плане того, что за утробу вы будете получать меньше, а за какой-нибудь там, допустим, чертоги или катакомбы намного больше. Ага, плюсик, типа, не ставится. Зря, очень зря. Это наши сложности. Сейчас мы будем по центру все это дело, конечно же. Итак, и теперь начинается самое подземелье. Ой, самое подземелье, говорю. Самое интересное. Мы начинаем прописывать лут. Я прекрасно знаю, что с 870-й лут у нас падает со вторых и третьих подземелий. Это я знаю прекрасно. Также я знаю то, что с обычных подземелий падает 865-я добыча. Вот. Пожалуй, я вот так впишу. И что с этого получается-то? Мы можем составить аналогию точь-в-точь с той таблицей. Получается, как у нас? Обращусь к своей информации. С 2-3 ключа мы получаем 870 лут. С 2-3 на живой версии мы получаем 845. Рост идет по 25 эквипа. Абсолютно со всего. Серьезно. Мы начинаем вписывать информацию. Топовую информацию, скажу я вам. Поехали. Только вдумайтесь в это. Вы видите? Вот я вижу. И знаете, все на самом деле очень весело. Только вы подумайте, к чему, допустим, ЛФР изумрудного кошмара теперь нужен, кроме выполнения заданий. Хорошо, задания можно выполнять там, и задания весьма хороши по своей структуре. Пришел, убил босса, потом пришел к себе в оплот, и если ты очень хорошо рейдил в тот период времени, у тебя до кучи эпохальных убийств, то ты получаешь эпохальный сундук. Это вполне неплохо. О, а тем временем мы вписываем таблицу. Да. Так, тут у нас стоит учесть, что разница всего лишь в 5 эквипов. Здесь разница в 10 эквипов. Здесь разница тоже в 10 эквипов. Значит, мы делаем вот так вот. Да, то есть вот тут уже, кстати, поинтереснее все намного. С 5 у нас усиление на 15 эквипов. 6 это усиление на 10 эквипов. Далее еще вот так по 5. Далее. Из 10-го. Вот такая вот таблица по луту. HP Damage, AP и модификаторы я не буду заполнять. Это уж, пожалуй, будет реально слишком долго. Но касательно лута все в текущий момент происходит как-то так. Это 7-2. Поймите меня правильно. Маленько долгий видосик, я мог его сделать чуточку короче, но надеюсь, самое главное, чтобы вы поняли весь мотив того, чего я хотел вам донести. Как-то так сейчас обстоит все это дело с мифплюсами. Максимальная сложность, скорее всего, будет десятка. Обычные мифики усиливаются на 30% примерно.
Это значит, что и мифплюсы должны были типа подрасти на 30%, но проходя чащу формата 5 с ключом-модификатором усиливающим, я не почувствовал какой-либо сложности. Мы шли без хила, у нас отвалился один дамагер после первого босса, и мы все равно прошли на 3 сундука, хотя это должно было быть намного тяжелее. Последний босс имел всего лишь 120 миллионов хп, по-моему, столько же он имеет и на живой версии. Как-то, скорее всего, просто на ПТР еще цифры не отбалансены, а касательно шмота, я думаю, они уже ничего не будут менять. Так что, как-то так. Ну и еще к тому же, мы же будем получать артефакт Power, то есть силу артефакта с сундуков, которые недельные, как я уже это показывал ранее на скриншоте. И чем больше вы закрываете ключ, тем больше вы получаете силы артефакта. Таким образом, я уже показывал в одном из видео то, что я на живой версии закрыл 15-й ключ, перенес этого персонажа на живую версию, на ПТР, точнее, с живой версии на ПТР я его перенес, и с недельного сундука я получил 925-ю шею. Эпохальный 10 кованый станами, как казалось, она прокнула на 20 эквипов выше. Вот такие бы проки мне на самом деле на живой версии ловить, это было бы реально классно. Ну и я получил 1 200 000 артефактной силы, закрыв 5-й сундук. На самом ПТРе, получается, на прошлой рейдовой неделе, которая была с 15 по 22, я получил 400, вот 8 с одну там, или сколько я показывал вам, 1000 артефактов. Так что, если 7-2 выходит у нас 5 апреля, то постарайтесь с 29 по 5 закрыть максимально возможный ключ с целью того, чтобы получить еще больше силы артефакта. Всех вам благ, счастья, здоровья. Скриншотик этого дела, разумеется, знаете, я сейчас как сделаю. Так, мы зайдем в эту таблицу Excel. Мы нажмем print screen. Вот у меня есть такое классное приложение, называется LightShot. Нажмите print screen на клавиатуре для того, чтобы сделать скриншот. Мы нажимаем print screen, выделяем ту область, собственно, которую нам надо. Нажимаем кнопочку сохранить, сохраняем этот скриншот, ловим его сохраненных, pre-group, и закладываем этот скриншотик в мою официальную группу ВКонтакте. И люди могут пользоваться этой таблицей, когда выйдет обновление 7.2. Надеюсь, цифры в плане шмота не поменяются, и все останется так, как есть. Всех вам благ, счастья, здоровья. Удачи вам в получении различных аксессуаров, если вы того хотите, с аметистовой крепости. Они реально сильные и помогут вам при каком-либо освоении. Легендарочек побольше, голды. До скорого!